Ну, мне с точки зрения поддержки кластера, если со стороны власти смотреть, мне сложно сказать. Я не являюсь ни чиновником, никакого отношения не имею к административному командному управлению нашей области. А что касается нашего кластера или специфики, она достаточно, может быть, не специфична по отношению к России. То есть наш кластер организовался с 1998 года как ассоциация или объединение IT-компаний. И мы работали в рамках некоммерческого партнерства, у нас там свои тусовки были, выпивали пиво, общались, знакомились и так далее. То есть это такая работа, неформальное такое было как бы общение. И вот это вот общение перешло уже в более серьезное как бы взаимодействие, это в виде кластерных инициатив, кластерных совместных проектов, общекластерных мероприятий. То есть оно родилось не так как бы по приказу сверху, что Минэкономразвития сказал, у нас есть мнение такое, что необходимо развивать кластеры, да, и область наша сказала да, и мы вот все взяли под ружье. Мы были к этому готовы, наша задача была только, ну, как бы объединиться и выиграть эту заявку инновационно-территориального кластера. На сегодняшний день наш кластер, он инновационно-территориально состоит из двух направлений. Это направление информационной технологии и электроника Томской области и направление фармацевтика и медицинская техника Томской области. Это объединенный кластер. Это, опять же, ну, как бы не совсем как в других регионах. Такое есть в Новосибирске, такое есть в Томске. То есть это вот два региона таких объединенных инновационно-территориальных кластеров. И наш кластер, он является как бы направлением в рамках объединенного кластера. Вот в нашем направлении, в нашем кластере информационной технологии и электроники на сегодняшний день 194 участника из этого направления как информационной технологии и электроника. Начинали мы со 126 на 10 февраля 2014 года, и вот на сегодняшний день 194. То есть кластер растет, люди видят в этом, люди, я имею в виду участники компании, видят в этом заинтересованность, то есть для них это важно, и они, ну, активны достаточно. Я, честно сказать, даже не ожидал, как вот исполнительный директор, как руководитель этого направления, я не ожидал, что будет как бы такой поток. То есть люди увидели, да, это интересно, это может быть привести к совместным проектам повышения конкурентоспособности. И люди идут, ну, по две, по три компании иногда в день приходят.